Спортивная школа Паймуру приглашает всех учащихся нарских школ заняться спортом уже этой осенью. Спортшкола Паймуру предлагает 8 отделений различных видов спорта. Хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика, настольный теннис, стрельба, легкая атлетика, бокс и женский баскетбол. Исполняющий обязанности директора школы Леонид Гулов рассказывает о самых востребованных видах спорта. На отделении пулевой стрельбы занимаются девушки и юноши от 12 до 26 лет. Занятия проходят по адресу Пушкина 25А. Отделение славится своими победами на чемпионатах Эстонии и также на международном уровне. У нас очень высокие достижения. Есть у нас отделение легкой атлетики, тоже девушки и юноши в возрасте от 6 до 26 лет. Практически все золотые медали, которые выигрывают в юношеских и детских разрядах, это воспитанники нашей спортивной школы. Отделение художественной гимнастики. Занимаются там девочки от 4 до 26 лет, но мы принимаем школу с 6 до 26 лет. Занятия проводятся в здании спортивного комплекса по улице Раковая. Отделение очень, скажем так, популярное в нашем городе, вид спорта популярный и очень массовый, и результаты у нас тоже существуют достаточно серьезные, как на международном, так и на республиканском, так и на международном уровне. Отделение баскетбола. Девочки от 6 до 26 лет. Занимаются они в основном или в спортивных залах школ различных, либо в спортивном комплексе по улице Раковая. Отделение бокса находится на стадионе Крингольм. Наверное, в Наре самый лучший специализированный боксерский зал, в котором занимаются наши ученики. Занимаются там дети от 6 до 26 лет, но более профессионально уже с 10 лет приглашаются дети, потому что до 6 мы тренерам дают только общую физическую подготовку без каких-либо боев и так далее. Такие боксеры всегда славились на Эстонию, в Эстонии своим мастерством, но и в этом, конечно, заслуга и нашей школы, наших тренеров. Отделение фигурного катания. Принимаются туда мальчики и девочки с 6 до 26 лет. Занятия проводятся в ледовом холле. Плата на все виды спорта в школе Паймуру очень низкая, что привлекательно для родителей и учеников с экономической точки зрения в нынешней финансовой ситуации. Во всех возрастных категориях в различных отделениях своя команда, которая выступает в различных соревнованиях и чемпионатах, как страны, так и Европы. Мы в прошлом году выиграли все золотые медали, кроме класса Б, где мы младшим возрастом заняли второе место. И также у нас существует взрослая команда, которая тоже достойно всегда представляла Нару, и будет представлять, и имеет хорошие традиции. На сегодняшний день в спортивной школе Паймуру тренируется более 800 человек. Практически на каждом отделении постоянно в течение года ведется набор, то есть не стоит бояться приходить в конце учебного года, не стоит бояться приходить в середине учебного года, не стоит бояться приходить в хоккей, если общепринято считается, что уже поздно, то есть у нас есть и группы для таких детей, которые немножко опоздали с хоккеем, и можно покататься также и в фигурном катании, также в любом виде спорта, то есть не стоит бояться и думать, что упущено время, и ничего нельзя добиться. Я очень много знаю примеров, когда дети приходят, когда как бы уже поздновато, но наши тренера там, скажем так, делают чудо и подтягивают их, и может быть даже когда-то эти дети там обгоняют сверстников, которые очень долго занимались спортом. Спортивная школа Паймуру расположена в Нарве по адресу 26 июля 4.